Выбросите еду, если увидите это. Многие из вас любят чипсы, но одна девушка кушала чипсы, и ей попалось это. Скорее всего, это похоже на мышь, которая случайно, возможно, попала в упаковку. Когда девушка попробовала это, она сказала, что на вкус это похоже, как жесткое вяленое мясо. Но это явно не вкус чипсов. Так что будьте внимательны и аккуратны, когда кушаете чипсы. Почему некоторые ненавидят школу? Это наличие бесполезных предметов, по их мнению. Оценки, которые ставят в школе. Многие родители ругают своих детей за оценки. Контрольные без предупреждения. Многих это очень бесит, когда у вас сегодня контрольные, а ты совсем не готов. Наличие большого количества домашних заданий. Многих очень раздражает и лишает личного времени. Почему выпадают волосы? Неправильный уход за волосами. Причинами выпадения волос может быть недостаток витаминов и микроэлементов. Стресс, инфекционные заболевания. Побочное действие лекарств. У тебя часто выпадают волосы? Что будет, если океаны станут прозрачными? Каждый год в океаны сбрасываются тонны мусора, так что перед вами будет целая свалка мусора. Будет найдено более 10 тысяч затонувших кораблей. Человечество сможет найти более 100 тонн золота пиратов. Ученые найдут более 150 разновидностей новых рыб.